главных событий этого турнира – возвращение китайских спортсменов на лед. Да, они отсутствовали не так долго. Да, они почти сразу решили, что к олимпийскому циклу они вернутся. Они готовились, может быть, даже и дольше, чем Евгений Плющенко. Они были в форме. Они не толстели и так уж прям сильно не отдыхали. Наоборот, они сделали себе очень даже выгодную передышку в прошедшем, в позапрошлом сезоне для того, чтобы быть во всеоружии отдохнувшими и крепкими, подготовленными в этом сезоне. Они выступят на паре-тройке соревнований, а затем ринутся на Олимпийские игры. И они все еще о них мечтают. Сейчас у них есть две бронзовые медали. Один раз они были на играх пятыми. Сюшени, Хонгводзяо.